само озеро делится на две части. И мы решили вот проехать, чтобы народу не было. В итоге приехали, видите, розового озера здесь нет. И, скорее всего, его разделяет вот эта коса. Из-за этого одна часть остается розовой, а другая нет. Поэтому сейчас поедем, посмотрим. И там уже будет видно. Мы ехали, ехали и, наконец, доехали. И действительно, видно было, как идет отделение. Вот такая коса небольшая. И слева получается озеро розовое, а справа уже зеленое. Идешь, а тут прям дно такое мягкое, тапки проваливаются. Кто-то пытался на машине заехать. И дальше пошла соль. Вот именно эту соль приезжают и набирают, кто во что, кто в бутылки, кто в пакеты. Вот такая вот она. А местами прямо красная. Красотища. Действительно, оно розовое. И вот так вот мы едем. Только ноги висят. Да, Матвей? Да. Ты устал? Да, устал я. Ну ладно, сейчас дойдем. Где мы? Какие полезные свойства у нее, знаете? Не? Все берут, и я беру, да? А, что мы брали в комнату, мы добавляем в ванну, добавим воду, становится такая приятная. Мягкая, да? Мягкая, да. Понятно. И насколько вам хватает бутылки этой? Ну, две, наверное, до следующего лета хватит. А, хватит, да? Прикольно. И вот так вот ее. Лопатой даже очень удобно. Говорят, что ее надо высушить, расстелить где-нибудь, и чтобы она высохла. Из нее уйдет влага, и тогда будет храниться соль долгое время, в течение года. Вот он улов. Надо это будет потом все еще слить, и останется одна соль. Говорят, что надо ее выпарить там. Посмотрим.